Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео по традиции раз в неделю. Закупка продуктов из магазина Лента. На этот раз у нас получилось где-то на 8300. Ну, поменьше, чем обычно теперь. Вот, в общем, сейчас вам все покажу. Итак, вот такая закупка большая. Ну, у меня всегда большие у нас получилось. Давайте по традиции начну с мяса. Во-первых, пельмени. Вот такие цезарь. И вот такие еще сыр рыбные с треской, кальмаром и с горбушей. Вот. У меня, кстати, и муж любит рыбные пельмени, так что вот две упаковочки. Также селедка. Вот такая мама ее делает у меня в маринаде горчичном. У нас горчичка есть еще. Я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе на видео, где она делает. Ну, все вы уже, наверное, многие из вас видели, как мама маринует у меня селедку с луком и с горчицей. Очень вкусно получается. Так, две упаковочки куриных грудок на косточки. Я уже говорила, косточка у меня уходит на бульон по 179 рублей. Такие. Потом фарш. Домашний по 329 рублей. Ну, тут получилось чуть больше килограмма. Дальше у меня здесь скумбрия. 4 штучки. И скумбрия по 265 рублей. Мы ее будем коптить. Потом кусочек мяса. Свинины, окорок где-то примерно килограмм по 209 рублей. Ну, такой неплохой кусочек. На тушеное мясо будет очень вкусно. Так, дальше здесь у меня вот такие соусы покажу. Вот эти вот решила на пробу. Видите, кисло-сладкие. Это для тушения овощей я их беру. Я уже показывала, делала. Вот есть такие для крылышек. В общем, ну, это соусы терияки. И вот такая заправка для фунчозы. Фунчозу я тоже, кстати, купила. Так что буду что-нибудь вкусненькое делать. Так, дальше вот такую базилию мускатного вина. 3 литра. Дальше у меня сыр, вот такой легкий, лентовский. Ну, в принципе, нормально, сыр пойдет. Также российский сыр по 352 рубля, вот такой кусочек. Как-то тут, видите, вот. И вот такую, решила попробовать вот такую колбаску, сервелат лентовский, конечно, может быть, будет вкусный. Дальше молоко. Большая кружка, как обычно. Я говорила, что у нас молоко стаканами никто не пьет, только вот используем на всякое такое. Дальше сметанку 10% это на еду, а 20% я буду делать медовик со сметанным кремом. Тоже вам сниму рецепт, обязательно покажу. Поэтому вот такую сметану взяла на крем. Две упаковки творога. Масло вкуснотеево, как всегда. Дальше вот такие булочки, уж очень они ароматные, это такая помпушка ржаная с чесноком и зеленью, вот 40 рублей стоит такая, так что уж очень она такая ароматная, аппетитная, решила попробовать. Дальше здесь батон лентовский, вот такой, кстати, он неплохой батон. Потом солнышко, вот, открывай, и хлеб столичный. Так, дальше мука, так как буду печь, обязательно нужна вермишелька, это на бульончик, ну, на супчик, да. И вот фрунчоза, не знаю, правда, как буду готовить, наверное, с овощами и с заправкой, в общем, тоже поснимаю, если что. Вот, ну и дальше у меня здесь фрукты, значит, бананы, они у нас сейчас по 57 рублей, ну, считайте, 58, яблоки. По 109 рублей это Ренни Смит. У нас яблоки сейчас поспели только белый налив, и белый налив у нас ест только младший ребенок, а старший, ни племяш, ни мой старший не хотят есть, говорят, кислые. А вот младшему, кстати, очень нравится, поэтому яблочки купили. Дальше здесь персики. Зеленых персиков так и нет. Мне одна, кстати, скажем, по 80, ну, считайте, 87 рублей. Мне, кстати, одна девушка, моя подписчица, тоже из Санкт-Петербурга, написала, что она всего лишь один раз в Ленте видела эти зеленые персики, и то где-то там далеко в отделе, и все, больше их нет. Поэтому, да, не судьба, но, наверное, на следующий год уже обязательно попробуем. Дальше груши. Вот эти форель, которые нам очень нравятся. Форель или форель.
Ну, не знаю, я их называю форель. Они очень вкусные. Да, они чем-то... Ну, я дички не пробовала, но они такие жесткие, но при этом очень-очень сладкие, вкусные. Виноградик. У меня кишмиш зеленый по 99 рублей. Это, я так понимаю, уже новый урожай, да? Так, и помидоры. Вот эти сливовидные, кстати, сливовидные. Очень вкусные помидоры. Они прямо такие, ну, даже сладковатые, наверное, по 44 рубля за килограмм. И огурчики тоже по 43 рубля за килограмм. Всего понемножечку. Дальше у меня здесь картошка. Я вот ее вытащила по 14,99, считайте, 15 рублей килограмм. Две упаковочки, потому что картошка прям хорошая. Она, конечно, не мытая, то есть она немножко с землей, но сама внутри она очень хорошая. Не гнилая, не какая-то порезанная, не побитая, ничего в этом духе. Поэтому очень, очень хорошая, хотя это картошка... А, картофель молодой белый. Обычно она называется эконом. Так, дальше у меня здесь морковка. Наша морковка еще не выросла, но у нас не так много посажено, кстати, ее. Точнее, не так много взошло, по 25 рублей за килограмм. Тоже хочу сделать салатик. В общем, туда же на салатике вот такой лучок. Три штучки красный. Ну, как-то для разнообразия. Хочется, не помню, сколько он стоит уже. Так, дальше кола попросили дети, да, соки тоже, деревенские яблочки, мультифрукт и обычное яблоко. Так, дальше взяла любимую пасту, вот эту вот нашу сплат, ультракомплекс, тоже очень нравится. И 5 килограмм сахара, так как, ну, сейчас всякие заготовки, да, поэтому сахар нужен. Ну, еще здесь 3 десятка куриного яйца S1, S0 почему-то не было. И в этот раз решила взять, попробовать вот эти банки для собаки. Вот такие вот. Они, я знаю, вроде бы внутри паштетом. Ну, в общем, на пробу тут разных вкусов. Набрала ей каши. У меня, то есть мама варит кашу и добавляет еще для вкуса цвета, скажем так, вот эту баночку. Ну и также вот эти пакетики вискас, всякие разные, в общем. Так что вот такая вот получилась, на мой взгляд, ну, не очень большая закупка, вот. Но все по делу. Сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек, меня попросили помедленней. Я буду стараться. Вот. Вот, вино, оно было просто по акции, 499 рублей, поэтому я решила большую взять. У меня в вине, кстати, муж иногда шашлык маринует, поэтому... И, кстати, очень вкусно, когда добавляется что-то алкогольное в шашлык, он получается какой-то такой, не знаю, мягенький, что ли. Мальчишки у меня там бегают. Кстати, грецкий орех тоже я купила для... Буду украшать торт медовик. Итак, сумма составила 8370. Эту сумму я отдала в кассу. И скидка 1108 рублей. Да, кстати, я вот сейчас вот чек снимала и поняла, что я забыла показать сухофрукты, которые я еще приобрела. Там были грецкий орех, чернослив, еще что-то. Ну, в общем, всякое такое... Грецкий орех я взяла для украшения медовика. Вот, делаю я его на сметанном соусе. И на сметанном соусе он мне нравится намного больше, и всей моей семье нравится намного больше, потому что он получается такой, знаете, ну, как бы вот когда заварной крем, он получается такой очень сладкий, прям, ну, не очень моя любит, а на сметанном креме он получается такой прям нежный. В общем, обязательно следующее, ну, наверное, следующее видео будет именно с тортом медовиком. Так что нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а остальные сухофрукты так я взяла, так как в отдел это тоже зашла, то немножечко так, ну, просто для разнообразия. Иногда фрукты уже немножко надъедают, поэтому хочется каких-то сухофруктов. Вот. Так что вот так вот. Вот такие вот у меня были покупки. На самом деле в этот раз я поехала позже. Мне кажется, мне на дольше хватило
продуктов, прошлые закупки. Вот. Ну, вы знаете, каждый раз как-то по-разному. Вот иногда бывает, что надолго хватает, иногда бывает, что совсем на чуть-чуть. Как-то странно. И по ценнику тоже. Так что вот так вот. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Мне это тоже очень приятно. Я вас всех люблю, целую. И до новых встреч.